Качество установки лифтов в жилом доме номер 7 на улице маршала Жукова в рамках реализации проекта «Школа грамотного потребителя» проверили одинцовские единороссы. Представители делегации осмотрели новый лифт, оценили его работу и пообщались с жителями дома. По итогам осмотра комиссия приняла проведенные работы и дала разрешение на ввод лифта в эксплуатацию.